почетный гражданин города Чебоксары. Это звание ежегодно присваивается тому, кто внес большой вклад в жизнь столицы Чувашии. Традиционно накануне Дня города удостоверение, лента и нагрудный знак вручается победителю. Эта традиция заложилась с 80-х годов. И первым почетным гражданином был наш земляк, герой Андрей Андреевич Николаев. Всего у нас 35 почетных граждан города Чебоксары. Это деятели науки, просвещения, культуры, спорта, это промышленники и многие другие. Это те люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашего города. В этом году список почетных граждан пополнила Крета Лазаревна Валицкая. Она была первым секретарем Чебоксарского горкома комсомола. Затем возглавляла столичный комитет партии. При ней в Чебоксарах построили парк Победы, монумент славы, ряд крупнейших предприятий города, скверы и детские площадки. Она работала также министром труда и занятости Чувашии. На вопрос, какое главное качество госслужащего, отвечает, не задумываясь. Я думаю, что порядочность. У каждого госслужащего должна быть порядочность. Когда человек порядочный, он понимает людей, когда принимает людьми, разговаривает. Крете Валицкой уже присвоено звание «Почетный гражданин города Ядрин» и Маргаушского района. Теперь к ним добавились и Чебоксары. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Валерий Резюков, Республика.